Год, как футбольный мир Видного продолжает жить без прославленного тренера Константина Котельникова. Для сотен ребят он когда-то стал не просто спортивным учителем, а наставником и другом. Александра Григорьевича я знаю еще со времен, когда учился в школе. Как я сказал, он был преподавателем в Измайловской средней образовательной школе. Потом, когда он ушел как раз сюда, уже он тогда Видным был известен. То есть он к нам пришел в школу, и уже тогда он был Видным. Он вел деятельность активную, связанную с футболом, с мотоболом. Поэтому я считаю, что это тот человек, про которого вот, знают все. Вот знаете, как бывает, подходишь и говоришь, там, мы идем в День памяти Константина Григорьевича. Никто не спросит, какому Константину Григорьевичу. Матч в память о тренере состоялся в рамках фестиваля футбола, организованного городским центром спорта. На поле команды «Коксохимик» и «Искорка». Это воспитывает традиции в человеке, традиции и отечество, отчество, оно вот начинается, а он... Из там половины, ну, был им отцом, и учителем физкультуры, и футбол очень хороший человек, поэтому они вот так собрались и дают дань памяти. Молодцы. Константина Котельникова не стало на 80-м году жизни. На матче, правда, уже в роли зрителей, его добрые друзья. Ровесники вспоминают тренера как человека, глубоко преданного в своей профессии. Умел работать с детьми, с ребятами, со всеми, так сказать. Умел найти правильные слова. И уважали. Не кажем это давно, так сказать. Поэтому вот мы сегодня смотрим, так сказать, многие поколения тех ребят, которых он воспитал, вот играют до сих пор. В планах у организаторов сделать такие встречи ежегодными, чтобы память о Константине Котельникове не угасала. А победила в этот день команда «Искорка». Обыграла соперников со счетом 4-0. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.